Всем привет! Сегодня я покажу, как сделать вечную свечу. Конечно, ничего вечного не бывает, но она точно прослужит вам долго. Для этого нам понадобится банка или другая стеклянная емкость. Например, стакан, ваза. В общем, что найдется под рукой и что не жалко. Я рекомендую взять банку с еврорезьбой. Почему, расскажу позднее. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, чтобы не пропустить новые видео. Берем свечку. Она должна легко помещаться в банку. Если размер не подходит, подберите другую банку или укоротите свечку. Теперь нам нужно закрепить свечку внутри банки. Для этого берем вторую свечку. Зажигаем ее. Подождем, пока она разгорится. И капаем парафин на середину банки. Теперь подплавим немножко низ свечи. И ждем минутку, пока парафин застынет. И заливаем туда масло. Масло нужно залить по самый верх свечки. Из масла должен выглядывать только фитиль. Залить можно любое масло, которое есть в хозяйстве. Подсолнечное, кукурузное, оливковое. Можно купить лампадное масло в церковной лавке. У меня под рукой только подсолнечное. Его я и залью. Все. Теперь зажигаем фитиль и смотрим, как свеча горит. Такой кусочек свечи без масла горел бы не более 1 часа. С маслом она прогорит 100 часов, пока не выгорит все масло. Чем больше свеча, тем больше должна быть емкость, и, соответственно, больше масла уйдет. В то же время она прогорит намного дольше и будет гореть ярче. Почему ярче? Благодаря маслу свет равномерно распространяется по всей банке. Она становится светильником, и чем больше площадь поверхности банки, чем больше света она дает. Теперь я расскажу, почему я выбрал свечку с еврорезьбой. Когда мы не используем светильник, мы просто закрываем его крышкой. Она совершенно герметичная и защитит от случайного перелива масла. Надеюсь, мое видео было полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Если кто-то хочет поддержать мой канал материально, номер карты в описании.